Почему на Востоке мужчины не позволяют женщинам работать? Если женщина начинает проявлять себя в социуме, она оставляет там свою созидательную энергию, и на мужа, на семью ничего не остается. Почему мужчины так заботятся о том, чтобы женщина реализовала себя в семье? Потому что они знают, что женская энергия – источник благодати и счастья. Если мужчина берет полное покровительство над женщиной, дает ей чувство эмоциональной, материальной и физической защищенности, то через нее в семью приходит поток благосостояния. Чем лучше муж заботится о своей жене, чем богаче ее украшает и наряжает, чем больше балует, тем сильнее раскрывается ее сердце, тем больше наполняется она созидательной силой, и через такую удовлетворенную женщину в дом приходит изобилие и счастье. Там, где поклоняются женщине, живут боги.